Здравствуйте, друзья! Сегодня 5 мая 2015 года. Сегодня розыгрыш лотереи, грин-карт лотереи. И розыгрыш этот, результаты были объявлены в 9 утра по нашему времени, по калифорнийскому, а так в полдень по западному, по восточному берегу, по Вашингтону. Короче, буквально час назад это произошло, вот сейчас как раз ровно 10 утра, час назад это произошло. Я с вечера так немножко потусил на форуме «Говорим про ЕС», там невероятная активность была людей, которые, в таком ажиотаже, в предвкушении, вот сейчас. И утром я так где-то часов 8 проснулся, пошел посмотреть, так тоже ребята общаются. За это время там исписали там десятки страниц там вот этим вот ничем, переживаниями, разговорами. И потом в 9 часов началось, и лежало все. То есть лежал сайт Госдепартамента, где результаты объявляют. Он, правда, ожил через какое-то время, но вот первые там минут 15-20 и он лежал. Вот я сейчас уходил в 10 утра, лежал сайт «Говорим про ЕС», хотя там, в общем-то, обновили движок недавно совсем. Но такие пиковые нагрузки, понимаете, что не выдерживает. Причем неспособность человека пробиться, она приводит к тому, что он многократно это делает, и это приводит к тому, что реальная нагрузка там может быть в разы больше, чем должно было бы быть. В общем, такое нервное очень все. И уже какие-то первые сообщения я получал в Скайпе и на канале у нас там has not been selected, то есть не выбрали для участия в следующем продолжение этой лотереи. В общем, такая история. Я пока еще не видел, чтобы кто-то написал, что меня выбрали, да, что я победил в этой лотерее. Но пока вот только неудачные были комментарии. И, посмотрим. Это на самом деле занимает несколько дней. Кто-то вообще забыл. Из тех, кто не общается каждый день там по форумам, просто забыл. Бывает, через месяц люди вспоминают, что когда-то, слушай, я же участвовал, как там? Вот, и такого сколько хочешь бывает. Поэтому подождем. Мне это немножко напоминает по нервозности события, когда президентские выборы идут. И вот, они только президентские, какие-то такие большие национальные выборы идут. И вот на сайте там CNN или там Fox News или других ведущих таких сайтов мощных, там люди сидят и каждые там 30 секунд там кнопочку нажимают, там рефреш. И действительно меняется что-то. Каждые там несколько секунд что-то происходит, какое-то обновление. Потому что очень много избирательных участков. И, соответственно, так вся страна дышит вот этим вот. И способность выдерживать такие нагрузки. Специальный предмет тестирования, да, то есть может показаться, что это нагрузочное тестирование, load testing у нас называют. Это не load testing. Load testing — это когда некоторая расчетная нагрузка, так сказать, в рамках, вот, она там сколько-то времени выдерживается, и мы смотрим, не ухудшается ли вот этот перформанс, то есть не становится ли медленнее, там что-то такое, нет ли затыка, где, допустим, 4 часа подряд вот нагрузка, которая является, там, скажем, 85% расчетной, да, вот это нагрузочное тестирование. А когда нагрузка превышает, там, скажем, в 2-3, там, в 5 раз, это стресс-тестинг. Вот сегодня и сайт Госдепа, и форум «Говорим про ЕС», вот они подверглись такому стресс-тестированию, как бы, да. Подождем. Я
еще раз присоединяюсь, так сказать, в поздравлениях к тем, кто выиграл. И хочу сказать тем, кто не выиграл, что не лотерея единый жив человек. Там есть еще много способов. Жизнь не кончается и не начинается с лотереи. Хотя, конечно, кто говорит, что неплохо выиграть что-нибудь в лотерею. Даже деньгами. Друзья, даже деньгами. Поди плохо. Вот. А тут вообще на кону много чего. Если оно тебе нужно, конечно. Если не нужно, а так за компанию, то другое дело. И как-то вот так поколачивает, так подергивает, потряхивает, какая-то нервозность такая есть, присутствует. Ну, ладно, что же, не первый раз мы, в общем, наблюдаем это много лет. И вроде бы я думаю, ну мне чего, да, то есть я как бы 20 лет уже гражданин США, но... Просто люди же живые, и ты видишь их, и мы же общаемся постоянно и на канале у нас. И то есть они делятся как бы планами на жизнь. Там. Я очень часто вижу, знаете, такие разговоры, типа, вот я сейчас, в этом году я участвую, значит, в лотерее там, Green Card, вот как выиграю, сразу к вам. Или там как выиграю, сразу поеду, а я не знаю, в штат Айова, где, в общем, все не Хемингуево. Там, знаете, уже планы у людей. А тут, да, ну что же, значит, для тех, кто, может быть, слишком сильно рассчитывает на лотереи, это вот то, что называется reality check, то есть надо немножко обернуться в реальный мир и сказать себе, на чудеса мы не рассчитываем, а рассчитываем на себя и движемся, вот, так сказать, другими дорогами, которые тоже присутствуют. Вчера получил письмо. Очень трогательная женщина, ей 66 лет. И она приехала посмотреть вот на Америку. У нее виза трехлетняя, я даже не знаю, из какой страны. Может быть, с Украины, не скажу точно. И у нее дети там, внуки. Вот. И она говорит, хотелось бы пожить немножко вот в таком месте. Вот так пожить. И спрашивает меня... Вы вот подскажите, добрый человек, как вот мне в мои 66? Я даже не знаю, я как-то чувствую себя виноватым, потому что у меня нет решения никакого. Ну что, замуж выйти? Ну что? Хотя, в принципе, мы знаем людей, которые уже в пенсионном возрасте выигрывали в лотерею и приезжали, реально приезжали. И, в общем, как-то это... Это реально все. Но я, честно говоря, не знаю. В 66 лет, когда у тебя дети и внуки, и куда же ты от них поедешь, и что же это так вот. Я не знаю, для меня гораздо важнее было бы, например, мне еще нет 66, конечно, но на подходе. И мне бы гораздо важнее было быть со своими, чем где-то еще. Поэтому я не знаю. Я понимаю это желание. Человек увидел какой-то другой мир. Так что... Это все очень-очень трогательно, это все очень персонально. И уже не так важно, там, оно тебе лично надо или тебе лично не надо, но эмоции вовлечены. Сегодня, вот только что перед выходом, там Наталья Квик прозвонилась мне и говорит, Миша, что там? Она знает, что я слежу. Мы еще с вечера вчера на эту тему говорили. И так она тоже говорит, ой, говорит, у меня на канале там... Люди там говорят, пожелай мне удачи. А сегодня звонит с утра, говорит, ну что там, говорит, я знаю, что уже началось, что пишут. Я говорю, так сервера лежат. Да, ладно. В общем, отправляюсь на работу. И еще раз присоединяюсь к поздравлениям в отношении тех, кто выиграл. И еще раз хочу сказать, ребята, жизнь не кончается. И... Жизнь продолжается. Счастливо!